Das Eis ist gebrochen. Музыкальное издательство «Геометрия» представляет 20 ноября 2014 года, через 25 лет с момента создания, альбом группы «Телевизор. Отчуждение» впервые издается официально. Эй, Сталин! Спи спокойно, Сталин, нет никаких гарантий. Зверь все еще жив, нам надо спешить. Избранник, спешу к тебе. Утром ранним, пока не проснулось солнце. Глупое красное солнце. 20 ноября «Телевизор» представит долгожданное «Отчуждение» на концерте в столичном клубе «Б2».